Санкции Запада очень серьезно повлияют на нашу внутреннюю российскую экономику. Ну, во-первых, нам будет труднее деньги давать, нам будет труднее продавать свои товары, и одновременно вот эта вот вся прежняя стратегия развития экономики о том, что нам модернизация должны помочь, прежде всего, западные технологии и западные кредиты, западные инвестиции, она потерпела крах. Я думаю, что ничего не изменится, потому что, как вы правильно сказали, бизнес есть бизнес, и наша страна одна из, считается, мировым лидером, да, и она очень большая, и у нее очень много связей в этой сфере, поэтому все те люди, кто заинтересован в бизнесе и связи с Россией, они никуда не денутся. Сегодня, когда сцеплена вся экономика так ли или сяк ли, и просто вырубить какую-то историю невозможно. Обязательно кто-то от этого еще пострадает, и тот, кто вырубает. Уходит из России инвесторов не больше, чем, скажем, до начала экономического кризиса. Равно как и приходит тоже. Можно сказать, что вот этот вот украинский кризис и вот этот разговор вокруг украинского кризиса про мифические санкции, он скорее носит эмоциональный характер, создает такой эмоциональный фон, да, то есть некомфортный эмоциональный фон. В том числе это, конечно, влияет и на ведение бизнеса. Да? В результате этих санкций произошло отрезвление российского руководства и происходит отрезвление российской элиты о том, что за нас развитие России никто не совершит.